думаю, что да, действительно, она придет на смену «Единой России», и это не какой-то из ряда вон выходящий случай. У нас была также партия «Наш дом Россия», потом у нас была «Единая Россия». Сейчас, поскольку во многих регионах, я читала в интернете, члены «Единой России» массово выходят из партии, я думаю, это как раз для того, чтобы вступить в ОНФ, который теперь займет у нас место партии власти.